Здравствуйте, это рубрика «Бельевые мифы». В ней мы разбираемся, насколько верны убеждения женщин о нижнем белье. Тема выпуска «Мягкие чашечки подходят не всем». Миф это или правда? Давайте разберемся. Многие женщины считают, что бюстгальтеры с мягкими чашечками – это что-то несерьезное, можно надеть только в спальню, и поэтому в их сторону можно даже не смотреть. Девушки с большой грудью думают, что мягкие чашки не держат, а девушки с небольшими формами считают, что, во-первых, им туда нечего положить, во-вторых, кружево будет топорщиться, ну и в-третьих, что он уменьшает размер груди. И поэтому вообще нет смысла такой бра покупать. Такой подход можно сравнить с тем, что когда-то вы попробовали неспелый апельсин. Он вам показался невкусным, и с тех пор вы к нему не притрагивались. Но ведь он может оказаться спелым, сочным и очень вкусным. Если вы не можете подобрать бюстгальтер с мягкими чашечками, который хорошо поднимает грудь и не собирается складками, то это еще не значит, что вариант с мягкими чашечками не для вас. На самом деле вам может просто не подходить размер бюстгальтера или ширина по бретелькам. Они бывают широкие и узкие. Например, если у вас узкие плечи, то широко расставленные бретели будут постоянно падать и не держать грудь на месте. Неправильный размер – вот самая частая причина, почему женщины не могут подобрать бюстгальтер с мягкой чашечкой, чтобы он сидел идеально. Именно поэтому грудь не выглядит собранной, приподнятой, на чашечках появляются складки, и бюстгальтер постоянно нужно поправлять. Ну и вернемся к главной теме – мягкие чашечки подходят не всем. Миф это или правда? Это миф. Мягкие чашечки подходят всем при условии верно подобранного размера. Они лучше подстраиваются под асимметричную, дряблую и даже очень большую грудь. Они собирают и приподнимают грудь не хуже, чем плотные чашки. И летом это прекрасный вариант, потому что груди в нем легче дышать. Мы сегодня убедились в том, что мягкие чашечки подходят всем девушкам. Напишите в комментариях, какие еще убеждения о нижнем белье вы разделяете. Мы с удовольствием снимем на эти темы новое видео. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик уведомлений, чтобы узнавать, когда у нас на канале вышло что-то новое. Спасибо за просмотр. До свидания.